День Святой Троицы, один из 12 великих праздников Русской Православной Церкви, отмеченных особо торжественным богослужением. В эти дни храмы многолюдны. Некоторые приходят сюда просто послушать хоровое пение, посмотреть обряды, не вникая в их смысл, лишь отдавая должное красоте неторопливого действа. Без малого 1000 лет живет на Руси христианство. Много было всего в долгой истории Русской Православной Церкви, но в трудные для Отечества годы она всегда служила ему верой и правдой и вносила свой вклад в благородное дело освобождения порабощенных братьев. Предлон до колен.